Уже с февраля для молодых и трудоспособных граждан города и области будет доступна новая услуга от Центра здоровья в поликлинике при областной клинической больнице — биоимпедансное исследование состава тела. Чтобы воспользоваться услугой, при себе нужно иметь направление врача-специалиста Центра здоровья, полис, СНИЛС и паспорт. Эта методика помогает определить, сколько жировой, мышечной и белковой массы, а также воды содержит организм. Кроме того, анализ отвечает на вопрос, почему масса тела увеличивается. Биоимпеданс – это уникальное исследование, которое позволяет в короткий срок, за какие-то буквально 2 минуты, вычислить состав тела человека. То есть разложить его буквально по частям, отдельно, на различные составляющие. Вычислить жировую массу, что особенно актуально в наше время, как в килограммах, так и в процентах. Вычислить безжировую массу человека. Количество мышечной массы, особенно это актуально для спортсменов и для людей, ведущих активный образ жизни. Пациенту измеряют рост, вес, объем бедер и талии и делают биоимпедансное исследование, с помощью которого оценивают показатели обмена жиров, углеводов, белков и энергетической составляющей. Вся процедура занимает всего около 10 минут, но результат оказывается впечатляющим. Кроме того, что пациент может узнать свой индивидуальный вес, к которому нужно стремиться, и получить план питания, ему становится доступна информация о его работоспособности и уровне иммунитета. Есть еще один важный показатель в этом исследовании, кроме состава тела. У нас есть возможность определить фазовый угол. Это тот показатель, который отражает общий уровень работоспособности человека, интенсивность обмена веществ, который позволяет судить об уровне катаболизма, то есть процессов распада тканей в организме человека, и сделать даже какой-то прогноз на будущее. Через 30 дней человек уже сам должен ощутить изменения в своем организме. И речь не идет о какой-либо диете. Как всегда, золотым правилом хорошей фигуры является активный образ жизни.